Всем привет! Ну вот, сегодня 31 июля, и мы едем в очередном нашем поезде. Это уже в нашем путешествии последний, да. Из Омска в Новосибирск. Погода прекрасная. Через минут 40 мы будем уже в Омске. И мы уже, короче, все. А можно маленько? Помылись, умылись, собрали белье, все, уложили матрасы, сдали белье. На горизонте точно. И едем, смотрим на ландшафт. Туда можно пройти. Так, тут? Скоро уже приезжаем на Новосибирск. 6:02. 6 часов плюс 4 будет 10 часов. Кстати, это последнее вот сегодня число, когда еще по старому времени, по московскому, да. А с завтрашнего, с 1 августа уже начнут время указывать, должны по местному времени. Че, Маша, тебе нравится ездить поездами, да? Не торопясь, едешь. Нет, на самолете лучше. Что? На самолете лучше. Как лучше? Турбина такая. Лучше. А, еще не проснулась. Время-то уже 9:26. Короче, этот раз нам попался вагон. Даже без биотуалетов, но на станциях его закрывают. Я так случайно взял. Ну ладно. Ничего страшного, надеюсь, нету. Тем более у нас тут была всего одна ночка и все. Вчера мы сели в 11:30 сюда. Пол первого, вернее, времени. Ходит. Зеркало есть. Сегодня, короче, мы ехали вдвоем, тут никого не было. А вот эта электричка пригородная с Новосибирска едет. Таким вот образом. Вот здесь вот розетки есть, но света нет в них. Вчера я пытался зарядиться. И ничего не было. Короче, хорошо, пауэрбанк с собой можно, надо возить, короче. О, какое большое. Это что-то такое обрабатывает. Зернообработка или что тут происходит? Элеватор. Короче, возите с собой пауэрбанк и не надейтесь вы на эти розетки. В коридоре розетки тоже могут быть далеко где-то, надо с собой удлинитель возить, целое дело. А пауэрбанк просто взял, подключил и берите пауэрбанк желательно на 20 тысяч миллиампер. Тогда его вам с лихвой хватит несколько раз зарядить ваш смартфон или планшет таким образом. Ну ладненько, все, да? Маша, всем скажи пока. Пока скажи. Она смотрит в окно и хочет говорить вам пока. Ладно, мы еще увидимся в наших следующих видео.